воскресенье в Самарской области пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха днем 6-10, с плюсом ночью 1-2 градуса выше 0. Ветер северный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде дождя, днем плюс 9, ночью 1 градус выше 0, северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурный и дождь, с температурой воздуха днем плюс 8, ночью плюс 1 градус, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 8, ночью 1 с плюсом. Северный ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.